Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала. Рима снова с вами. Мы продолжаем прохождение Rome 2 Total War за Арвернов. Да, я прочел комментарии, которые были в предыдущей серии. Ребята все смеялись, все говорили, все, компания слита. А Юлий Цезарь к нам направляется прям прямиком к нашей столице, именно в сторону Немес. Пока у нас все здесь процветало, он решил, что нужно сделать атаку. Поэтому давайте мы встретим его нашим агентом этой армии. Так, ребята, я еще забыл переименовать. Давайте тогда мы сделаем так: воины севера. Давайте вот севера тоже, наверное, с большой буквы, да? Севера. Воины севера. Переименуем свои войска и встретим Юлия Цезаря прямо вот здесь вот. Юльку. Вот здесь вот прям встретим его. А, тем не менее, я уже начал, как вы видите, набор второй армии, а именно застрельщиков. Здесь у нас тоже все, в принципе, пока спокойно. Хотя, с другой стороны, видите, ауски уже с нами воюют. И в любой момент они могут сделать контратаку. Поэтому нам надо решить, что делать, чем нам надо вообще это. Подождите, здесь у нас. Now, plainly, folk, так, верный, осторожный. Прекрасно. И они с рутенами воюют, да? Да, кстати, смотрите. И мы с ними хорошо, с рутенами и с этими, да? Рутены. Так. Понятно. Слушай, давай мы с тобой мирный договор заключим. Отлично. Мы прикрыли свой южный тыл. А здесь что у нас получается? Так, пиктоны. Пиктоны с этими воюют. А с нами у них довольно такие холодные отношения. Туроны. Давайте, ребята, торговать. Не хотят. Что ж, не хотят так не хотят. Но прежде, чем мы сдадим ход, давайте мы еще наймем себе воителя. Ага, не получится. Нам нужно изучать эту технологию, да? 2000. Но прежде нам нужно еще изучить чрезвычайные меры. Ладно. Едем дальше. И на нас Цезарь нападает. Вот она, ребята. Вот она, первая стычка с римлянем. Юлька нападает на Верцингетерикса, на нашего предводителя. Конечно же, принимаем бой. Сейчас будет, походу, бойня большая. У них приоритет легионеры простые, мечники. Против наших копейщиков это понятно, что они выигрывают. Но у нас есть кавалерия. Кавой мы попытаемся разбить их баллисты и их же легионеров с тыл. Да? Конечно, застрельщикам тоже надо порешать. У них половина армии, можно сказать, варвары. Да, вот отсюда начать, до сюда. Да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь отрядов. Семь отрядов. Прекрасно. Битва немец, 58 год до нашей эры. Легион первый. Галлика. Отлично прям. Вот сейчас будет бойня. Первая встреча с Римом. Я надеюсь, Цезарь запомнит эту встречу. Хотя, блин, Цезарь тоже довольно такой хитрый полководец. По писаниям, да, если так. Ну, по писаниям. Он всегда записывал свои подвиги. Записывал именно с хорошей стороны, со стороны побед. Я не знаю, как там еще можно. Так. Давайте, ребята, сюда встаем. Третий. Четвертый. Окружаем врага. Сейчас будет бомбардировка, скорее всего, поэтому мы прячем своих воинов именно в лес. Давайте сосредоточим свою каву по сторонам. Легионеры уже бегут. Нам надо с баллистой решить проблему. Давайте, ребята. Так, перехватывают нашу конницу. Уходим, уводим, уводим. Так, взяли одного.
Уходим, уходим, вашу мать, уходим. Так, 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 так. Они догоняют? Нет, 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 не догоняют. Догнали. Догнали их, мать. Так, ладно, решаем проблемы с нашим. Так. Гоняем, гоняем, этих ребят. Ну да, они нас догнали. Ладно, мы потеряли одну каву, зато разобрались с этим ребятами. Давайте дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как здесь плохо все, а? Наши ряды дрогнули. Стреляет по своим. По своим стреляет, молодцы. Так, ладно, убираем каву назад. Версикетерикс, давайте сюда. Хорошо, что мы разобрались с этими ребятами, конечно. Ну, здесь у нас все понятно. Все, уводим. Наши бегут с поля боя. Какой уводим посол. Вторую каву. Все, ждем. Ждем вторжения врага. А, догоняет нас. Вот он, кстати, Юлий Цезарь. Вот он бежит. Так, 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 так. Давай, давай, успеешь? Молодец, успел. Успел. Наша засада обнаружена. Твою мать, не успел. Что ж, давайте обстреливаем, обстреливаем, обстреливаем врага. Обстреливаем врага. Обстреливайте, обстреливайте, обстреливайте. Не стесняемся, не стесняемся. Отличный обстрел, отличный обстрел. Офигенно обстрел просто. Молодцы, 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 молодцы. Обстреливаем, не стесняемся. Вот по этим, по этим, по этим. Стреляем, стреляем. Офигенно обстрел просто. Прекрасно. Что ж, давайте вот по этим стреляем. Перехватываем, перехватываем, перехватываем. Отлично. Наша засада обнаружена. Light horse! Так. Так, где основная армия Цезаря? Вот она, кстати. А где сам Цезарь? Что-то я его не вижу. Это него мы там сняли, интересно? Что-то я Цезаря не вижу. Что ж, давайте тогда... поменяем. Вот так вот сделаем. Да, встреча, конечно, была горячая. Очень горячая у нас. Что ж, так как у нас кавалерия уже почти вся слита, объединяем всех оставшихся, да, и... Так, где наш Верцингетерикс? Вот он, кстати. Молодца. Да, встреча, конечно, была очень горячая. Жарко прям так. Поменяли мы. Мы истребили их каву, они истребили нашу каву. Так, пошел обстрел. Ребята, щиты, щиты подняли? Подняли щиты. Щиты, вашу мать, подняли. Вот так вот, молодцы. Отлично. Что ж, давайте каву зайдем сбоку. Молодец, молодец. Юлька, молодец. Заходим в тыл. Сюда. Пошла жара. Офигенная жара просто. На нашего военачальника напали. Так, разбиваем всех застрельщиков. Давай, 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 быстро, 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 быстро. Разбили, разбили, разбили. Отлично, отлично. Так, уже первые убегают. Отлично. Здесь у нас что? Наши бегут с поля боя. Какой позор. Разбиваем. Пошла жара.
Ну, ну не, не туда, не ту камеру, ё-моё. Отлично, отлично. Римляне уже начинают дрожать. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Ай, как хорошо. Ай, как хорошо. А где Юлька? Юлька, где, интересно? Наши бегут сюда, сюда, с поля сюда, боя. Сюда, сюда. Какой позор. Так, здесь у нас все плохо. Ребята, держитесь здесь. Здесь держитесь. Так, ладно. А, каву. Отправляем сюда. Этих убираем. Давайте еще раз повторим. Ой, битва какая жестокая, ребята. Это жестокая битва. Так, натиск прошел успешно. Легионеры просто молодцы, держатся тоже. Добиваем, добиваем, добиваем. А... Наши бегут с поля боя. Какой позор. Верцингетерекса убираем. В эту сторону. Давайте. Отличный заход. Отличный заход. Так, здесь... Здесь еще что-то осталось. Все складывается в нашу... Уводим Вертигетсерс обратно. И нападаем, 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 нападаем на римлян. Продолжаем, продолжаем атаку. Наши остались без снаряжения. Ну чё, узрели, где примаса, вашу мать? Фух, разобрались мы с их стейком. Так, застрельщики, не стрелять. Добиваем остатки. О да, бегите, бегите, вашу мать, бегите. Так, скройся. Фу, вот это битва. Вот это битва, друзья мои. Так, прокачиваемся пока. Да, действительно, блин, легионеры тоже довольно так хорошо стояли. И у нас просто кава зарляла. Именно генеральские. Смотрите, сколько он убил. 478 фрагов у него. И довольно так хорошо. Молодец, Верцингетерикс. Просто молодец. Кстати, как он выглядит-то, а? Вот он. Варкрафтская рожа. Ладно, завершаем битву. Пиррова победа. Пиррова победа. Ушатали мы, конечно, римлян. Нас было, конечно, больше. Но у них опытное, опытное такое войско. Легионеры. Само название говорит о них. Мы всего лишь два отряда потеряли. Из них простые копейщики, новобранцы и легкая конница. Убиваем ублюдков. И у нас Верцингетерикс повышает свой ранг. Язык сломаешь. Так. Что ж, давайте мы ему командир. Авторитет плюс 2, боевой дух всех отрядов плюс 2. Или же можем, в принципе, авторитет... Командир дальнобойных машин по моей команде. Зайдите. Задайте им жару, да? В 3 плюс 2, опыт стрелков. Так, здесь у нас коррупция минус... О, давайте коррупция минус 2. Так. Отравим пищу. Отлично. И добиваем армию. Так, плюс 3, 93%. Прекрасно. Ну, Цезаренок. Умри! И у нас военные традиции и нарушение границ. Очень что-то мы больно агрессивно себя ведем.
Я так понимаю, да? Так, стоимость набора отряда минус 5%, урон всех отрядов в ближнем бою плюс 5%. Дальность перемещения на карте компании плюс 6%. Бонус к натиску у всех отрядов плюс 4%. Вот это и возьмем. И возвращаемся обратно. Так, ребятишки, я прошу прощения за то, что мы нарушили ваш суверенитет, ваши границы. Так, ну, с Римом мы разобрались. Кстати, с кем у них война? С Экванами, с Рутенами и с кельтов, да, конфедерация кельтов. Что ж, блин, мне сегодня уже, ребята, пятая серия записи, поэтому у меня бывают оговорки, что-то, блин, подустал немного, это, походу, на сегодня хватит. Эту серию запишу и все. Тем не менее, мы идем дальше. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Турены. Ребята, вы не хотите с нами торговать? Так, не хотят, а эти? Ну, у нас, в принципе, ресурсов таких нет, прям больших, да? Давайте вспомним, что мы хотели в предыдущей серии сделать. В принципе, можно пойти на Эдуев, раз уж мы разобрались с римлянам. Эдуи. Так, ребят, так, давай ты иди сюда. Пока мы будем пополнять свои ряды, давайте пополним свои... конница, и там 4 отряда конницы обязательно нам нужны. Сдадим ход, посмотрим. Блин, кстати, по поводу строительства я забыл. Нам надо было строительство. Опа, иду и на нас нападают. Что ж, друзья, давайте примем бой, потому что у нас и так что-то плохо все, да? Я сегодня с чаем делаю прохождение. Так, битва Немес, 58 год до нашей эры. Идуи на нас нападают. Скорее всего, мы сейчас сделаем контратаку, если, конечно, сможем удержать. А мы сможем, потому что у нас уже есть довольно хорошее преимущество. Вот здесь вот мост, да? Здесь нет нигде проходов. Нету. Отлично. Так, а здесь? Здесь есть. Ну, по всей видимости, они через мост будут идти. Я так думаю. Поэтому делаем следующее. Верцингетерикс и всю свою конницу мы отправим сюда. Они зайдут с тыла. Я надеюсь, они отсюда и пойдут. О, да, они идут сюда. Прекрасно. Самое главное, чтобы не прошли со стороны наших всадников. К ним подходят свежие силы. Так, самое главное не пропустить тот момент, откуда они идут. Так, ребят, давайте тогда сюда встаем. Ну, примерно так. Примерно так. Ага, понятно. Убираем генерала. Вот это фейл. Вот это фейл. Что ж, ладно, убираем генерала, смотрим на врага, как он поступит, если мы уберем его. Все-таки они перешли с той стороны. Ну, в принципе, верное решение. Поэтому делаем следующее. Так, генерала давайте сюда. Назад. Так, у врага 16 минут осталось. Ну давай. Давай, детка, иди к папочке. Так, подкрепление отсюда не идет? Не идет.
Все нормально. Угу. Идите, идите. Ну да, мы их не видим, потому что там, видишь, такой вот, видите, такой вот холм небольшой, поэтому не видно. Визуально мы не видим. Ну, рано или поздно мы их увидим. А по всей видимости, подкрепление пойдет отсюда. Может быть, даже сбоку, со фланга зайдут, я не знаю. Самое главное, чтобы не сзади были. А то бывает такое, то что и сзади идут. Ну давайте, ребят, у вас уже 13 минут осталось. Так, понятно. Давайте конец чуть-чуть выдвинем вперед, чтобы знать ситуацию. Сейчас вдруг они, ух, и появились прямо, не знаю где. Тем более у нас туманная погода, поэтому мы можем и не заметить врага вблизи. Даже так. А, вот они, вот они, вот они, вот они идут. Ребята, у вас уже 10 минут. Так, позади никого нет. Все, идут они. Ну, будем ждать. Так, у нас запись, все хорошо, все хорошо, все прекрасно. Все идет прекрасно. Где же подкрепление, интересно, а? Где же у них подкрепление? Все-таки нам надо было туда поставить свои войска. Ну, я не знал, я думал, они отсюда пойдут. Убираем полков сюда, чтобы они не растягивали свои войска. О, да, у них полные такие. О, присягнувшие. Присягнувшие. Вот это он штампанул. И знатные копейщики. Что ж, нам остается только обстреливать именно присягнувших и разбираться с... Да, с этими застрельщиками. Ну, ребята, держите обстрел. Держите, держите. Не ори. Не ори, я сказал. Так. Позади никого нет. Все чисто. Сейчас жара пойдет. Все, пора выдвигать наших этих. Так, присягнувшие, стреляем. Все, 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 все по присягнувшим. Пошла жара. Забираем этих ребят. Давайте окружаем. Окружаем этих тоже. Наши ряды. Так, присягнувших мы хорошо прям расстреливаем. Так, знатные копейщики нас пытаются перехватить. Поэтому давайте вот так вот сделаем. Ой, да. Ой, да. Забираем присягнувших. Так, слингеров. Отлично, 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 отлично. Уводим, 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 уводим. Прекрасно, прекрасно. Обстрел, обстрел присягнувших. А, это даже кельтские воины какие-то. Так, продолжаем обстрел. Убираем нашего этого. Так, здесь у нас догоняет все-таки этот генеральский отряд. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Так, ребята, 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 уходим, уходим. Уходим, обстрелим, обстрелим этих. Наши бегут с поля боя. Какой позор.
Обстреливаем, обстреливаем, обстреливаем этих наемные кельтские воины. И помогаем. Убиваем присягнувших. Так, слингеров давайте сюда. Уводим конницу. Здесь кельтских племен просто обстреливаем. Отлично, по присягнувшей прям хороший. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Так, уводим генерала. Так, помогаем своим застрельщикам. Ребята, давайте. Все, все, оставляем, оставляем их в покое. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Так, здесь что у нас? О, да, я забыл про свою конницу. Давай, 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 добиваем, добиваем присягнувших. Самое главное разобраться с присягнувшим. Ребята, давайте их атакуем. Не паникуем, не паникуем. Еще один натиск. Отлично. Уводим. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Так, что у нас здесь остается? Тут знатные копейщики. Нам надо растянуть время, друзья мои. Нам надо растягивать время. У нас 36 секунд. Наши остались без снаряжения. Вот так вот. Вот так вот сделаем. Добиваем, 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 добиваем. Быстро, 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 быстро. Так, пока... Ага, эти гоняют наших. Отлично. Отлично. 8-7 секунд осталось. О, да, мы, наверное, не сможем разобраться с этими знатными копейщиками. Это довольно сложная такая вот задачка будет. Первая победа, друзья. Ну, время сыграло в нашу сторону. У нас было 1241, их было 1424. Мы чуть не слились, я не знаю почему. Скорее всего, из-за того, что я не предугадал их наступление, с какой стороны они будут идти. Два генерала падают, и один выживает. И у нас, в принципе, ну ладно. Нам нужно срочно присягнувших штамповать, поэтому в этой серии, в следующей серии, скорее всего, мы этими займемся. А наш тайный агент раскрыт. Новое задание. Захватить это поселение. Бибуакта. Да? Бибуакта. Я думал, видите, R здесь. Немножко Бибуакта, да. Бибуакту нам надо забрать. Ну, я не знаю, получится ли это у нас или нет. Да. Это было жестко. Убиваем. Упущена возможность. Наш бомж все-таки поднимает свой. Давайте убийство ему добавим. Здесь продолжаем набор. А все-таки давайте лучше мы посмотрим. А, кузница, насколько я знаю, вот они делают присягнувших. То есть кузница уровня 3. А для этого нам нужно изучить вот это дело. 2000. Поэтому начинаем. Начинаем изучение. То есть он... Ага, а здесь кузница 3. Угу, военная аристократия. Налогоставку плюс 5 и железный дел мастера. Давайте почитаем, посмотрим, что у них здесь. Повспоминаем неврийскую ветку. Ну, у нас здесь, видите, Цезарь в Галлии. А, да, вот если мы построим кузницу уровня 3, мы сможем нанять... Мы сможем нанять присягнувших. Прекрасно. Избранные мечники и присягнувшие. Отлично.
Ну, нервы только присягнувшие могут на это. Вот эти ребята нам не нужны. Что ж, друзья, с вами был Римас. Подписывайтесь на канал, жду ваших комментариев. Друзья, если вам понравилось данное прохождение, не забывайте про оценочки и, конечно же, нажать на поделиться с видео. Это очень сильно поможет нашему каналу и нашим выпускам. Я не знаю, как еще назвать. Ну, в общем, вы прекрасно все понимаете. Всем удачи, друзья, до скорой встречи.